Всем привет, дорогие зрители! С вами мистер Агасси из Солнечной Алании. Канал Paradise Алании, недвижимость в Турции. Я нашел очень хорошую квартирку в районе Кестель между Тосмуром. Здесь рядом протекает речка Димчай, которую многие знают. В люксовом проекте, который был сдан в 2015 году. Эта квартирка срочная продажа. Быстренько покажу, не буду томить зрителей. Срочная продажа. Цена этой квартиры двухуровневой. 2 плюс 1. 140 квадратных метров. 83 тысячи евро. Выйду я сразу на балкон. Квартирка только у меня. Так что, знаете, звоните, пишите на номер WhatsApp, Telegram, Viber. Вот такой балкон. Расстояние до моря максимум 700 метров. В той стороне 100-150 метров расстояние. Протекает речка Дим. Вот такой отсюда вид балкона второго этажа. Бассейн очень просторный. Инфраструктуру я потом вам покажу. Здесь вот такой участок. Можно сказать, что личный участок уже этой квартиры. Здесь беседочка, тоже вам покажу. Простой он такой балкон, можно также его застеклить. Вот такая просторная спальня, которую вы уже увидели. Кондиционер фирмы SEG. Сниму с этого ракурса. Вот. Здесь есть тоже такое местечко, можно как-то использовать. Платяной шкаф, большой такой. Здесь у нас как кладовка. Стоит водонагреватель, накопительный и стиральная машинка Арчелик. Тут у нас душевая кабинка и санузел вот такой. В этой квартире одна душевая кабинка. На нижнем этаже у нас есть санузел, но он без душевой кабинки. Вот такая вторая комнатка. 12-13 квадратных метров. Занавески закрываю. Я забуду. Так, и здесь закроем. Ну, лестники у нас здесь мраморные. Здесь просторно, где-то 1,20 м. И вот тут такая мягкая мебель. Телевизор хозяин заберет. Можно будет купить телевизор. Ремонт требуется где-то 100 евро у вас на мелкий ремонт выйдет. Максимум 200. Такая просторная. Гостиная, это сейчас столовая. Вот кухня. Бытовая техника Арчелик. Духовка, плита и вытяжка фирмы Бека. Здесь вот такая встроенный шкаф вот такой. Тут у нас двери, выход на этаже, 4 квартиры. Я оттуда не буду выходить. Я постараюсь выйти отсюда. Все, здесь я показал. Здесь у нас туалет. Вот такой туалет. Все-таки я вернусь в квартиру и выйду оттуда. Здесь также есть выход на балкон. Такой балкон нижнего этажа. У нас сразу здесь выход, лесенка. Садик как бы. Здесь зона барбекю. Там также есть моечка. Фрукты, мандарины, апельсины. Уже деревья посажены. Вот, тихий, спокойный район. Здесь калитка. Открываем и выходим к бассейну. Я не буду выходить, я потом покажу вам. Очень просторный бассейн. Я туда еще вернусь.
пройдемся из квартиры, потому что нужно закрыть двери. Так. Кого интересует недвижимость в Турции или хотите купить недвижимость в Алании, обращайтесь. На любой вкус найдем, что хотите. Откроем двери. Здесь немножко поржавело, надо все поменять. Ржавчина. Закроем дверь. Вот такой коридор. Айдадзи 150 лир. Вот такая зона отдыха, теннисный стол. С правой стороны у нас фитнес-зал. Здесь турецкая баня, все работает. Айдад 150 лир, дорогие зрители, это очень мало. Решайте. Душевая кабинка, здесь у нас парная, которая тоже работает. А в этой стороне сауна, ею пользуется, пардон, вместимость 5-6 человек. Вот такой просторный фитнес-салон, оборудование все есть. Крытый бассейн, 8 метров на 3. Камера наблюдения, охрана, все есть. Квартирка срочно продажа. Здесь у нас кинотеатр. Все работает. Проверяли недавно. Месяц назад у нас была здесь квартира, которая продалась. Вот. Все, дорогие зрители, хочу уже подвести. Итог. Дорогие зрители, срочная продажа. Цена этой квартиры 140 квадратных метров, айдат 150 лир. Проект был в 2015-2016 годах. Расстояние до моря там 650-700 метров максимум. До речки Дим 150 метров максимум. Около речки Дим есть парки, там зона пикника, вообще, у меня был ролик про Тосмор, если вы напишите в Google обзор района Тосмор и Кестля, там все видно будет. Все, с вами был мистер Агаси из Солнечной Алании, район Кестля. Всем пока-пока.